Еще раз здравствуйте, уважаемый господин генеральный секретарь. Я рад вас видеть. Мы хорошо пообщались с вами и в Астане. И для нас, конечно же, очень важно, что вы прилетели к нам. Важно то, что вы примете участие в конференции нашей, в большом форуме по программе «Тазаком». Я думаю, что и ваша поездка в город Ош будет успешной. Вы своими глазами увидите, какие там перемены произошли за 7 лет после вашего визита в город Ош. Рад вас приветствовать, господин генеральный секретарь, вашу команду. И думаю, у нас сегодня будет хороший рабочий день. Борбор Азияга болгон иш сапарымдын алкагында Кыргызстанга келүүмдүн өзгөчө мааниси бар. Мен аймактагы бардык өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүүнү көздөйм. Бирок Кыргызстан мен үчүн өзгөчө орунда турат. Эмнеге? Мен качкындар комиссарлыгында иштей баштаганымда алгач эле кабылган проблеманы чечүүдө Кыргызстан өкмөтүнүн жардамы чоң болгон. Ушундан улам бул өлкөгө карата күчтүү, позитивдүү сезимдерим бар. Thanks to the government of Kyrgyzstan and that created a very strong positive feeling.